прослушки нет. Значит, можем начинать. Երևանյան տաղավարում այսօր կլսենք քաղաքագետ Սուրեն Պետրոսյանին, բարև ձեզ Սուրեն, Մոսկվայից մեզ է միացել քաղաքագետ, քաղաքական հումանիտար հետազոտությունների ինստիտուտի փորձագետ Վլադիմիր Բրուտերը. Добрый вечер, Владимир. И с вас начнем. Вчера, Владимир, 9 ноября прошел третий год момента подписания трехстороннего заявления между Россией, Арменией и Азербайджаном. Это заявление было подписано на 5 лет. Сегодня совсем другая картина. Да? Почему, по-вашему, не сработало это заявление? Оно не сработало, потому что, собственно говоря, ситуация ушла от той, которая была подписана 3 года назад. Руководство Армении заявило о том, что оно признает Карабах частью Азербайджана. Азербайджан поспешил реализовать это на практике. Россия, собственно, оказалась здесь лишней. Лишним. Вы согласны с такой трактовкой, Шрамов? Можно сказать, частично. Потому что нашу безопасность и остальное мы должны гарантировать мы сами. Но здесь ситуация немножко иная. Россия как бы была гарантом этого заявления. Но и здесь, как и моя коллега только что сказал, очень важна была и позиция Армении. Но это не могу сказать, что выводит из стороны ответственности России. Это очень важно понять, потому что там все-таки 3 подписи. И никак не сказано там, что, например, если Армения вот скажет, что Арцах — это Азербайджан, примерно, да, вот, это будет поводом, чтобы Россия не соблюдала те пункты, которые под этим подписала. Да, на самом деле, Владимир, в Нагорном Карабахе все произошло в присутствии российских миротворцев. А там сейчас ни армян, ни российских военных. Вот результат заявления этого. Я думаю, что да. Мы, кстати, в эфире вашей передачи обсуждали эту ситуацию еще до того, как она началась. Помню, да, да. Да, и я тогда предположил, что именно так и будет происходить. Собственно, российское руководство абсолютно уверено, что в сложившейся ситуации оно ничего другого сделать не могло, потому что не собирались же они воевать с Азербайджаном, будем серьезны. Ситуация дошла до такого момента, когда Азербайджан сказал, это наше, мы забираем. Армения этому не сопротивлялась. А российские миротворцы оказались лишними, и, собственно говоря, они остаются в каком-то количестве только потому, что Азербайджан, я так понимаю, хочет использовать их в дальнейшем. Но на самом деле миротворческая операция, которую Россия подписала, она закончена. Она закончилась тупиково, но она закончилась. И теперь как бы возврата к тому, что было несколько месяцев назад, уже, конечно, не может быть. В Карабахе просто не осталось армян. Собственно, не о чем и некому, и не с кем говорить. Армения и Азербайджан на сегодняшний момент остались один на один, и привлекать Россию к каким-то консультациям, не привлекать, это их дело. Они могут и не привлекать Россию ни к каким консультациям больше. Та подпись, которую Россия поставила на соглашение, она все-таки касалась конкретной ситуации. Во всяком случае, так здесь все считают. Как быть с переговорным процессом, Владимир? Тогда. Я думаю, что переговорный процесс будет идти с определенной скоростью, но Азербайджан считает, что он не получил всего, чего он хочет, и будет настаивать на Зангезурском коридоре. Почему? Он будет говорить, что Лачинский коридор был, мы его гарантировали, он 3 года существовал, а теперь как бы Армения должна нам гарантировать, что территория Азербайджана должны иметь возможность свободного прохода. И, собственно говоря, пока этот вопрос не решится, Азербайджан, конечно, будет пытаться уходить от того, чтобы заключить соглашение. Какие средства давления есть у Запада на Азербайджан, пока не ясно. Думаю, что минимальные. Но, тем не менее, я думаю, что и Запад, и Армения пока
считают, что на Азербайджан можно попытаться надавить. Но я думаю, что Азербайджан пока не готов к соглашению, которое не будет включать тему связи между Азербайджаном и Нахичеванем. Угу. Так это, Сурен, да? Я думаю, что договора не будет, но и Сюнистского коридора... И переговоров не будет? Переговоров, я думаю, что все-таки будет, но Сюнистского коридора тоже не будет, потому что там отсутствует международный консенсус, можно так сказать. И это Армения очень ясно понимает, и это Азербайджан понимает. Но здесь вопрос немножко в другом. А власти Армении, наверное, не знаю, 5 месяцев, 6 месяцев или год спустя это будут представить как ихнюю победу. Но сейчас по поводу коридора все-таки нет консенсуса. И это очень важно. Угу. Ну, можно мы вот это зафиксировать и продолжать. Кстати, Владимир, сегодня Алиев в Ташкенте, встречаясь с президентом Ирана Ибрагимом Раиси, жаловался, что Армения, цитирую, уже 3 года отказывается представить дорогу в Нахичеван. О какой дороге речь и чем хуже иранская дорога, которую предлагает Иран? Нет, они хотят прямую дорогу и настаивают на том, что отношение должно быть симметричным. Если Азербайджан предоставлял Армении коридор из Карабаха в Армению, то и Армения... Которого уже не существует. Которого уже нет. Он не существовал? Не существует и заявление, кстати, этого, да? Ну, он же существовал, говорит. Алиев, кстати, ссылается на это заявление 9 ноября, когда говорит о Зангезурском коридоре. Он же говорит, что мы соглашались, теперь давайте соглашайтесь и вы. Вот и все, соглашайтесь, говорят. Тогда будут там в коридоре стоять международные миротворцы. Ну, Иран и Азербайджан согласились сегодня, по-моему, что все-таки дорога пройдет возле реки Аракс. Да. Ближе к границе. Ближе к границе, да. Да. Это не закрывает все-таки вопрос Зангезурского коридора? Это вопрос, где она пройдет. Но Азербайджан будет требовать, чтобы коридор был. А как он пройдет, это отдельный вопрос. Пока этот вопрос подвешен, и я не думаю, что он решается сегодня, во время среднеазиатского визита Алиева. Я думаю, что этот вопрос еще будет стоять, но то, что сказал Алиев сегодня, это, скорее всего, обозначение компромисса. Понятно. Ага. Притом дорога, Сурен, о которой говорит Алиев, хотят контролировать российские пограничники. Об этом вчера говорил спецпредседатель МИДа России. А МИД Армении ответил сегодня, контроль третьей страны не может быть установлен над какой-либо частью суверенной территории Армении. Что получается? Получается, что Алиев добивается контроля российских пограничников по этой дороге, если... Я думаю, что можно и так сказать. Но потому что и Азербайджан, и Турция очень хорошо понимают, что когда-нибудь на земле, в практическом смысле, могут быть очень радикальные изменения. И вместо российских пограничных войск могут оказаться их войска. Это они очень хорошо понимают. И у них... стратегическое планирование очень хорошо делается, очень-очень хорошо. Я думаю, что они опираются на это. Но здесь мы не учитываем Иран. Поскольку Азербайджан хочет, кроме коридора, он еще и хочет, чтобы чтобы была альтернативная дорога. И в этом заинтересован еще и Запад. Но это противоречит интересам Ирана. Здесь еще есть другой вопрос, очень-очень проблематичный. Это не касается только Армении. Здесь есть много аспектов этого вопроса. Поэтому это, не знаю, так просто не может решаться.
Владимир, зачем Алиеву дорога под российский контроль? Да, на самом деле это вот здесь есть сложные такие комбинации в рамках политического планирования. Угу. Почему дорога близ Ирана? Ну, как бы Алиев предлагает, хотите, мы ее сдвинем. Если вы хотите, но ведь Армения не заинтересована в том, чтобы дорогу к Ирану контролировал Азербайджан когда-либо. Через свою территорию? Нет, через территорию, даже если она пройдет вблизи Армении, чтобы... Ну, об этом речи не может быть. Но почему должен третья страна контролировать дорогу Армении? Потому что именно так предлагается оформить компромисс. Никакого армянского контроля над коридором Азербайджан, конечно, не будет предлагать. Это совершенно очевидно. Он может согласиться при каких-то вариантах на совместный контроль со стороны Евросоюза и Турции. Ну, это как бы... Что для Армении лучше, ЕС и Турция или Россия? Вот как бы есть два варианта принципиально. Переговоров не будет, если не будет согласия по этому вопросу. Я правильно понял? Думаю, что Азербайджан, если только коллективный Запад не будет оказывать очень серьезное давление и не пытаться на что-то это поменять одновременно с переговорами не только с Азербайджаном, но еще и с Турцией. Понятно. А какое давление может идти речь? Я не могу сказать, о какое давление может идти речь, но здесь очевидно, что Россия не хочет открыть второй фронт. Это очевидно. Но на этом мы не можем остановиться. Там еще есть много аспектов, которые мы никак не можем учитывать. И сейчас, кроме этого, Азербайджан и Турция знают, что они сейчас, это то время, историческое время, когда они могут взять максимальное. Даже если у них будет какая-то возможность подписать этот контракт, да, они бы это не стали делать сейчас, потому что, как я уже сказал, они знают, что могут взять многое, чем их предлагают сейчас. И они в этом убедились на практике. И сейчас вот это и делается. Владимир, отвлечемся на несколько минут. Война на Ближнем Востоке как может повлиять на все это, о чем мы говорим сейчас? Практически никак. Я думаю, что она делает турок еще менее сговорчивыми. Вот они знают, что Вашингтон легко будет игнорировать их позицию, поэтому они будут настаивать на своей. Вот я хотел сказать как раз, что я согласен с тем, что говорит Сурен. Они чувствуют, что они могут взять больше и будут идти до того момента, пока их не остановят. Кстати, западные структуры предупреждают о возможной военной эскалации на границе с Азербайджаном. Что может провоцировать новую эскалацию, Владимир? Хотя бы отсутствие мирного договора. Но мирного договора нет. Ситуация с Нахичеванем остается, по мнению Азербайджана, подвешенной. Они будут требовать, чтобы им разрешили провоз грузов как по своей территории. Армения, естественно, будет возражать, говорить о том, что это суверенная территория Армении. Здесь всегда возможны какие-то непонятки или какие-то стычки. Но всегда может быть, есть вероятность, что они приведут к чему-то большему. О чем нас предупреждает Запад на самом деле, Сура? Думаю, что Запад предупреждает, что нужно подписать мирный договор и идти к этому. Но здесь мы пропускаем очень важный аспект. Кто будет гарантом мирного договора? Вот этого у нас нет. То есть где будет подписан этот договор? Кроме того, тоже важно? Нет, да? Нет. Это важно, но не самое важное.
кто будет гарантом? Посредник. Кроме посредника, как будет гарантироваться наша безопасность и остальное? Потому что если мы будем смотреть на этот вопрос со стороны силовой политики, гарантом можем быть только мы. Но мы знаем, мы должны учитывать те реалии, которые сейчас у нас есть. Mm-hmm. Если мы учитываем эти реалии, то здесь открыт этот вопрос. Кто или как будет гарантирована наша безопасность? Кто будет гарантом мирного договора? Вот об этом никак не говорится. Ни в институциональном смысле никак. Кто на земле будет это гарантировать? А вдруг произойдет, не знаю, или будет какой-то триггер. И, например, войска Азербайджана войдут в суверенную территорию Армении. Кто на земле будет гарантом безопасности или гарантом мирного договора? Этот аспект мы пропускаем всегда. После подписания договора? После подписания, потому что если будут эти субъекты, которые в дальнейшем будут нашими гарантами, не нашими, а гарантами мирного договора, то эти субъекты должны сейчас быть видными уже, а эти субъекты никак не видны.